Теплые вещи, спальные мешки, принадлежности для госпиталей, автомобильные шины и продукты с длительным сроком хранения. В Одинцовском округе собрали гуманитарную помощь для мобилизованных из Донецкой и Луганской народных республик. Мы в этот раз еще едем не только в Донецк и вообще в принципе в ДНР, да, мы еще едем в ЛНР. Вот, посетим наших мобилизантов в Сватово, в Северодонецке, приготовим там плов для жителей. Поэтому большая программа. Неравнодушные активисты собрали целую фуру с вещами первой необходимости. Принимали участие все – общественные деятели, депутаты и местные жители. Ведь доброе дело может сделать каждый. Все абсолютно в равных частях помогают. Бабушки у нас вяжут носочки, кто-то шьет балаклавы. Кто чем может, каждая помощь цена и в больших объемах, и в маленьких. Поэтому сбор не прекращается. Гуманитарную помощь отправляют раз в 3 недели. За это время в Одинцове успевают собрать все самое необходимое для жителей освобожденных территорий и мобилизованных. По словам руководителя пункта, работа идет постоянно, в режиме нон-стоп. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова». Все, завтра в Донецке.